Программа Holiday. Путешествия. Отдых. Традиции. Природа. Уникальные пейзажи. Мода и фестивали. Путешествуйте с нами. Holiday. Италия. Богатейшая история и культура. Красота и романтика городов. Амфитеатры Древнего Рима и дворцы эпохи Возрождения. Знаменитая паста и вино. Высокая мода и великие люди искусства. Родина Данте, Леонардо да Винчи, Микеланджело. Италия. Живая галерея искусств. Загадочность цивилизаций прошлого и великое художественное наследие. Крупнейшие достижения науки и современные технологии. Все виды отдыха и развлечений. Юмор и веселье. Каждый год в Италию приезжают десятки миллионов туристов, чтобы своими глазами увидеть многоликую и утонченную страну. Holiday. Венеция – воплощение чувств, воспитанное в искусстве. Музыка, застывшая в камне. Некогда столица Венецианской республики, которой управляли дожи. Четыреста мостов, 160 каналов, 118 островов. Ну и город, мы в Венеции. Путешествует с нами Омар Хоршев, программа «Холидей». Главное здание Венеции – Палаццо Дукале. Верхний балкон этого дворца служил праздничной трибуной, откуда дож представал перед народом. Площадь Сан-Марко – визитная карта Венеции. Музей под открытым небом. Во многих старых зданиях Венеции можно встретить символ Святого Марка – льва, держащего книгу. Если она открыта, то во время постройки дома в городе было мирное время. И военное, если книга закрыта. Thank you.
и старинный в Италии венецианский карнавал масок. Красочное и зрелищное событие. Ежегодно в течение двух февральских недель Венеция находится во власти масок, музыки и цветов. Итальянский город также всемирно известен благодаря Муранскому стеклу. Мир увидел первые творения венецианских стеклодувов почти 1000 лет назад. До сих пор стеклянные изделия изготавливаются исключительно вручную и по старинным технологиям. Программа «Холидей». Многочисленных туристов привлекает и знаменитая итальянская кухня. Неотъемлемым компонентом венецианского меню, безусловно, является рыба и морепродукты. Блюда Венеции можно отведать в ресторанчиках прямо у воды, наблюдая проплывающие мимо гондолы. Вы знаете, в мире очень много красивых городов, но нет, Венеция все равно лучше. Программа «Холидей». Сами итальянцы говорят, что Рим для молитвы, а Венеция для любви. И как тут не проникнуться этим чувством? Блуждая извилистыми узкими улочками, совершая прогулку на гондоле. Если бы я был художником, обязательно нарисовал бы такую картину. Венеция – единственный в мире город, где нет ни машин, ни метро, ни автобусов. Главный городской транспорт – водные такси и, конечно же, гондолы. Пожалуй, самое изящное средство передвижения имеет на носу своеобразное украшение – ферро, напоминающее гриф скрипки. Сейчас в Венеции около 400 гондол, тогда как в 18 веке их было 10 тысяч. Интересно, что профессия гондольера передается по наследству, а количество венецианских перевозчиков строго контролируется. И наиболее узнаваемый венецианский мост Риалто-Бридж пересекает основную городскую артерию Гранд-Канал. Вдоль него раскинулись как небольшие здания с красивыми балкончиками, так и дворцы венецианской знати. Продолжаем наше путешествие по самым романтическим городам Италии. Сегодня мы в Венеции. Грустно, но факт. Венеция – город романтики и влюбленных, постепенно уходит под воду. По подсчетам ученых, уже через несколько десятков лет она рискует быть полностью затопленной. Удается ли уникальному городу на воде сохранить свой загадочный облик, покажет время. Программа «Холидей». Совсем близко к Венеции расположился город Падуя, в котором также царит дух романтики. Это главная площадь Прато де ла Валле, самая большая в Италии. Окруженный каналом
остров памяти, набережные и мосты которого украшены несколькими десятками статуй выдающихся горожан. На площадь выходит крупнейшая церковь в Италии – базилика Санта Джустина. Достопримечательностью города называют построенную в 13 столетии базилику святого Антония. Программа «Холидей». Называют романтичной столицей всех влюбленных мира. Посмотрите с нами Омар Хоршет, программа «Холидей». Еще в первом столетии был построен римский амфитеатр. Сейчас же арена «Де Верона» – всемирно известная концертная площадка под открытым небом. И в наши дни возле амфитеатра можно встретить людей в античном одеянии. Верона стала олицетворением любви благодаря пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». До сих пор средневековые стены оберегают романтическую легенду. Самое популярное место в городе – дом Джульетты. В его внутреннем дворике сама героиня встречает вас. Считается, если прикоснулся к статуе Джульетты, вам повезет в любви. Многие влюбленные пары также мечтают о нежном поцелуе на знаменитом балконе Ромео и Джульетты, с которого прелестная девушка когда-то клялась в вечной любви своему возлюбленному. Твой взгляд опаснее 20 кинжалов. Взгляни с балкона дружелюбнее вниз, и это будет мне от них кольчугой. Не попадись им только на глаза. Меня плащом укроет ночью, была бы лишь ты тепла со мной. И как тут не поверить в живую магию любви? Итальянский город бережно хранит эту красивую любовную историю. Si vis amore amo. Любите и будьте любимы. С вами Омар Хоршет и программа «Холидей». Кроме духа романтики, Верона притягивает своей атмосферой веселья, радости и даже безрассудства. Вечное притяжение. Так неспроста назвали Италию, которая во все времена манила к себе безудержных романтиков и ценителей искусства. Сила самого прекрасного чувства, творчески воплощенная в камне и витающая здесь, заставляет биться сердца в унисон музыки любви. Программа «Холидей». Путешествия. Отдых.
традиции, природа, уникальные пейзажи, мода и фестивали. Путешествуйте с нами. Holiday.